Не только жители Баи голодают. Засуха стала бедой для всех нас. Но я отвечаю за дела в Хальхине и не сторож соседу своему. Может, голод их ослепил? Но разве это оправдание? Неужели все твои люди столь же жестоки? Что ты на это ответишь? Да кто ты, чтобы ставить мое решение под сомнение? Ты и дня не прожил под моим правлением. Сомневаюсь, что у тебя получилось бы лучше, будь ты на моем месте. У меня бы все получилось. Самоуверенность, идеализм. Все приметы того, кто никогда не был у власти. Ты, наверное, слышал о гонке конокрадов? Нет, просвети меня. Сотни лет жители саванны занимаются разведением лошадей. Гонка конокрадов – соревнование, которое мы проводим с нашими соседями из других деревень испокон веков. Победитель получает право занять место в совете деревни, если пожелает. Это демократично. Я выиграл состязание 10 лет назад и возглавил совет. С тех пор никто не сумел побить мой рекорд. Собственно, никто и не пытался. Дело в восхищении, уважении, которое ко мне испытывает народ. Но если ты мне не веришь, это твой шанс. Пройди посвящение, сразись за мой пост. Раз уж без этого не обойтись... Тогда возьми этот свиток, расшифруй его. Он укажет искусному всаднику путь к скрытому знаку. Нарисуй его на обороте свитка, и ты будешь допущен к состязанию.
Что тут у нас? Скучали? Скучали? Ждал.
Ух ты! Повеселимся? Ты ублюдок! И хоп! Ублюдок!
Полезная штука. Разберемся поскорее. А я уж подумал, что ты потерялся. Вот твоя карта и метка. Я тебя недооценил. Это похвала? Не упусти свою удачу, парень. Ты прошел посвящение и теперь вправе участвовать в гонке конокрадов. Ты этого действительно хочешь? Разумеется. Тогда удачи! Thank you.
Лучше разберемся поскорее. Это еще что? Это еще что? Ты прошел посвящение и теперь вправе участвовать в гонке конокрадов. Ты этого действительно хочешь? Полагаю, моей... Как-то...
Я занят. Будь любезен, не мешай.